В Тарасском государственном педагогическом университете состоялась республиканская научно-методическая конференция на тему «Казахстанская школа в условиях обновления содержания образования». Обновленное содержание позволяет школьникам развивать критическое мышление. Прежде учителя, работавшие по традиционной системе образования, могли оценить за урок знания лишь нескольких учеников. А сейчас есть возможность всех учеников в классе. Главная цель обновленки – это совершенствование педагогического мастерства учителей. И ТаркПУ нашего региона призван помочь этому. С 2016 года вся образовательная система Республики Казахстан перешла на обновленное содержание образования. Все наши ученики обучаются новым учебникам нового формата, а наши учителя занимаются получением методических комплексов по новым методическим указаниям, которые помогают им на уроках использовать новые активные методы обучения, которые помогают им сформировать логическое, ассоциативное и критическое мышление. Прежде основная нагрузка по традиционной системе обучения ложилась на учителей. Обновленное содержание образования способствует тому, чтобы школьники работали самостоятельно. Однако подготовку учителей никто не отменял. В этом направлении активную работу проводит Центр повышения квалификации педагогических работников ОРЛЕУ. Для внедрения именно смарт-обучения филиал целенаправленно вел работу, и мы оборудовали специальные смарт-кабинеты, универсальные кабинеты, мультимедийные кабинеты, которые оснащены современными моноблоками, планшетами, чтобы учитель пришел и научился работать вот с этими современными носителями информации для того, чтобы прийти в школу и быть интересным ученику. Конференция прошла по трем секциям. Таким образом, участники смогли не только поделиться опытом, но и обсудить и проанализировать проблемы в приоритетных направлениях образования. Установить научные связи и контакты между отечественными исследователями и методистами. Леонора Бухонова, Адильбек Самаликов, 77 News.